Сандро Цвейба, главный тренер команды спортивной школы Академии Сочи. Подскажите, пожалуйста, комментарии по поводу матча, традиционно, ваши мысли по поводу игры. Я считаю, что ребята провели хорошую игру, владели полным преимуществом. Понятно, что хотелось выиграть, понятно, что ребята, да, сейчас зашли в раздевалку, ребята очень расстроены, потому что, ну, победная игра, мой взгляд. И ребята выполнили установку, выполнили план, до конца гнули свою линию, до конца давили. Немножечко не хватило, ничего страшного. Мы в начале пути, начало сезона, это нормально. Поэтому двигаемся дальше, да, будем исправлять ошибки, как обычно, и развиваться. Сандро Ахрикович, ну подскажите, чего, по вашему мнению, не хватило вот именно до победы? Ну, понятное дело, что где-то реализация, а вот так в целом, если... Ну, смотрите, так, если обобщить, если, да, нам в этом сезоне, ну, я сейчас ребятам то же самое говорю, в любом случае будет тяжелее. Почему? Потому что вот 80% команд, я думаю, что будут вот так садиться, низко играть. И эта фаза игры в последней трети поля, когда вот так низко команда играет, она самая тяжелая, наверное, в футболе, что можно натренировать, над чем работать, что скрывать. Там индивидуальности, там личности, там мастерство. А за счет этого скрывать ничего не хватило. Где-то в моментах, может быть, немножко остроты не хватило. Вот. Мы будем еще больше работать над этим аспектом игры, и я думаю, что будем прибавлять. Ну, парням спасибо сказали, да, за матч? Конечно, пацаны выполнили, ну, на 100% план на игру и в целом показали качественную игру и хороший футбол. Большое спасибо. Мы, конечно же, желаем традиционно победы вам в дальнейших матчах и спасибо большое за игру. Спасибо. Роберт Гамолян, игрок команды Академии футбольного клуба «Сочи». Роберт, вижу, что расстроен ничейным результатом, поэтому очень хочется услышать твой комментарий по поводу матча. И в целом, потеряли ли вы очки или все-таки приобрели? Ну, естественно, я считаю, что мы потеряли очки. Должны были определенно забирать эту игру. И, ну, такие матчи отпускать нельзя, если ты хочешь стать чемпионом. Это мое личное мнение, и команда, я думаю, со мной согласится. А так вообще, я очень хочу пожелать всем командам нашей лиги играть и смотреться, как мы. Ну, потому что футбол черноморца мне вообще не нравится. Чем не нравится? Расскажи, поделись. Я считаю, что в таком стиле игры индивидуального развития игроков вообще никакого нету. Ну, они играют, понятно, на результат. Может, это установка тренера, опять же, я не знаю. Но в первую очередь российский футбол, хочется в нем видеть личности. И чтобы игроки развивались как профессионалы, ну, становились профессионалами сами по себе, чтобы не зависели от командной игры сильно. Такой какой-то комментарий вышел. Не знаю, чего не хватило, честно. Будем разбираться уже дома, посмотрим теорию по матчу и вынесем вердикт общий. Большое спасибо и желаем удачи в следующих матчах. Спасибо большое. Игорь Николаевич Осипчук, главный тренер команды спортивной школы «Черноморец». Игорь Николаевич, тяжелая игра, мы все видели, но парни сегодня добились определенных результатов, взяли первые очки, да, в текущем сезоне. И, да, конечно, что хотелось... первое очко взяли. Да, это... хотелось бы вот ваш комментарий по поводу игры услышать. Ну, мы при относительно неплохой игры в первых двух турах по качеству игры, да, особенно впереди, тем не менее, 0 в графе очков и 7 пропущенных. Вот. Какое-то стечение обстоятельств, индивидуальные ошибки, еще что-то. Да, немножко перестроились эту игру. Первый тайм отдали инициативу. Да, посмотрели, что из этого получится. Вот. Но второй тайм, да, немножко пошли выше, ну, уже после пропущенного гола. Ну и, конечно, могли и выиграть, могли и проиграть. Ну да, действительно, потому что в концовке уже решало, наверное, больше не какое-то индивидуальное мастерство, да, вот этот характер, моменты. Да, имели вот несколько неплохих моментов у Пилипенко, у Сытника со стандарта, там должны были заносить мяч в ворота. Немножко не хватило
может быть, концентрации в завершающей стадии. Ну, в целом, как считаете, приобрели очки сегодня или все-таки потеряли? Ну, взяли первое очко, не проиграли, уже плюс. Уже плюс. Желаем успеха в следующих матчах. Большое спасибо. Иван Пилипенко, игрок команды спортивной школы «Черноморец». Вань, тяжелый матч сегодня команда ваша провела. Ничья, такая боевая достаточно. Первый, конечно, комментарий. Это вот твои мысли по поводу игры. Комментарий мой заключается в том, что первый тайм был довольно тяжело давался, потому что искали слабые стороны соперника, играли очень низко, нашли слабое место, то, что они катают на своей половине поля, и во втором тайме поднялись повыше, и даже сопернику уже не нравилось, как мы играем во втором тайме, начали фалить, грубить, высказываться, желтые карточки получать, и во втором тайме забили свой гол, все как надо. Тут как раз комментарий давал игрок команды соперников и сказал, что нельзя играть в такой футбол, как играет Черноморец, что нельзя играть так низко, что нужно развиваться как личности. Ну, если есть у тебя желание, возможность, прокомментируй и так далее. Да, в некотором случае я могу даже согласиться, но нам нужно было брать очки в этом матче, потому что необходимо две игры провели с проигрышем. Вторая игра была на выезде, 4-2 проиграли. Не очень игра понравилась. И в третьей игре надо было брать очки. То есть это была игра на результат, да? Игра на результат. И на контратаках, в принципе, все сделали, как сказал тренер. В концовке могли забивать. В частности, ты мог забивать. Чего там не хватило? Что не получилось? Сил не хватило? Не то, что сил. Я, можно сказать, даже не ожидал, что мне мяч так в ноги попадет. И вот передо мной пустые ворота. И много решений в ближний или в дальний. И в итоге я хотел в ближний, потом по системе ударил в дальний, и получилось так. Это ты про удар вообще мимо ворот? Это про удар во вратаря, да. Чуть обидно, но сделаю пару ошибок, и больше такого не повторится. Все, мы зафиксировали. Да. Спасибо большое. Хочу пожелать здоровья Жиркову. Рома, скорее выздоравливай. Мы тебя ждем. Да, это ваш вратарь, правильно? Это наш вратарь. Повреждение. Да, колено. Ну и мы присоединяемся. Здоровья Роману Жиркову обязательно. Ждем возвращения на футбольное поле и в целом возвращения в юношескую футбольную лигу «Юг». Вань, вам желаем удачи и побед в следующих матчах. Спасибо.